Всем привет! Сегодня мой влог будет об отдыхе. Это очень-очень важная тема для родителей, для всех важно, особенно для родителей, которые особенные, такие как мы. Влог будет без Владика, потому что родителям иногда нужно отдыхать. И в этот раз мы с Романом решили поехать в Грузию. Посмотрим, как там. Так что присоединяйтесь. Наш влог сегодня об отдыхе родителей без детей. Рома, мы в Грузии. Привет. Привет. Грузия, привет. Странно, да, приехали люди, которые не едят мясо и не пьют вино в Грузии? Да, вообще странные люди. Мы странные люди. Ну ничего. Разберемся. Да, может быть, у них есть фрукты. Я, по крайней мере, сделала вывод такой, что впечатление от Грузии первое может быть очень положительным в том случае, если сразу же выпить. Мы этого не сделали. А мы этого не сделали, поэтому впечатление немножечко так, ну, пока еще набираемся. Его еще нет. А наливают уже сразу в самолете, уже грузинское вино предлагают. И, в принципе, все пассажиры воспользовались этим. Более лояльны уже были. Да, они такие все уже ай, надо. Эй, подожди, это цена. Лейла, Лейла. Лейла, Лейла, Лейла. Нет, подожди, это же Азербайджан. Где же ты моя, вот. Сулико? Вот это правильно. Человек-навигатор никогда не разрешает ничего ни у кого спрашивать. Всегда все ищет по навигатору. И принципиально ничего ни у кого не спрашивай. А я что? Я подчиняюсь. Я же женщина. Молчать и слушать. Молчать и слушать надо. А так хочешь спросить. Скажите, пожалуйста, как пройти к ближайшему месту достопримечательности? Ресторан, например. Ресторан. В ботанический сад пришли. В Тбилиси. Здесь очень красиво. Бамбуковую рощу? Да, вот. Бамбуковая роща, но люди вот всегда опять взяли все и испортили. Зачем было вот писать нам вот? Это им уже больно. Бедный бамбучек. Прости людей. Все поисписали, все. Вот. Имена свои поставили. Зачем? Кому? Кому? А вот, влюбленные. Ну как вы могли портить природу? Если вы нас смотрите, АН, вот этого вот. Ай-яй-яй-яй. Так нельзя делать. О, глянь. Эти фонарики, они с зонтиками, так мило. И домик, гляньте, какой домик красивый. Вы слав, с любовью. А зайти нельзя. Закрыли любовь. Очень много чего можно покушать и без мяса. Очень большое изобилие различных блюд из овощей. Сейчас я вам покажу. Вот, посмотрите, какая красота. Это хачапури со шпинатом. Вот разные соусы, вкуснейшие, очень вкусные. Это баклажаны с орехами, с грецкими. Салат тоже, кстати, мы взяли на вооружение, с Романом будем делать. Огурцы, помидоры, туда добавляются орешки, очень вкусно. Баклажаны с чесноком. И посмотрите, какая прелесть. Тоже это хачапури с овощами.
В общем, праздник просто. Мне солнце ровно ничего не было. Нормально, да. Я же была на камеру. Ну какая зато лиф. Ну лиф. Лиф. Живая, значит. Живая, теплая. Живая, теплая, сморщенная. Лене было страшно, но Лена добралась. Лена молодец. Ромка, смотри. Прям как-то жутковато даже. Хочешь жить в таком доме? Да. Что ты врешь? Нет. В грузинском городе нашли совершенно милое французское кафе. Такое все прям милое-милое, сейчас я вам покажу. Смотрите, какие чашечки красивые. Тарелочки, скатерочки. Все такое милое-милое-милое. Мой муж милый-милый тоже. И вид такой красивый. Это место. Посмотрите на этот туалет. Посмотрите, какая раковина. Боже, вы такое милое-милое. Видите, кувшинчик. Цветочки. Боже, какие прелести. Здесь, видите, лепесточки. Они пахнут. И вот что меня очень умерло. Смотрите, это полотенечки. Они очень махровые, хорошие, чистенькие. Когда эти ручки, можно вот сразу сюда положить грязную корзину для грязного белья. Ну что, вот и подошел к концу наш отпуск. Мы здорово отдохнули. На сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. И обязательно напишите в комментариях, позволяете ли вы себе такие маленькие мини-отпуски для того, чтобы перегрузиться и взять хорошее настроение. Ну что, всем пока. Да. Самое главное, не забудьте поставить нам лайк. Что за родители оставили детей, а сами поехали отдыхать? О боже, боже, что делать? Какая же ты после этого мать? Да классная я мать.